Көзіңді мұң шалса, сен жаныма кел, сен жаныма кел, жүрек мұңын бер. Көңілімді бұлт шалса, сен жаныма кел, аяулым. Жанарымды өт шалса, Рая, тут еще есть. Несите. Балжан Тлековна, ну дорогие же, жалко. Хотя парочку оставьте. Рая, чушь какая. Это же чистый хлопок, то, что надо. Несите. О, вот еще есть. 11 госпиталей перевезли. Андрюша ночует в больнице. Даже бинты гнойные приходится стирать от больных с гангреной. Да, бинтов нет, а раненых все везут и везут. Мозоль натерла. О, как больно. Ой, Хаденька, лучше закручивай, пока мы не запутались тут все. Я, Баравиш. Біз бүт қалдық бәрі бір. Қайта бір. Ага. Ой, Балаша, широко режешь. Надо 7 сантиметров. А, все, поняла, поняла. Ага. Я помню эту простыню. Я еще в Москве покупала в ГУМе. Ой, девочки, как вчера помню. В Кремле еще концертовали. Да, помню, Андрюша мне в 37-м из Москвы много подарков привез. До сих пор. Туфли лаковые ношу. Я даже тот год вспоминать не хочу. Жара съездил Корчевского защищать. Вернулся и сразу инфаркт. Кстати, как там Петр Николаевич? Алла бегает между театром и больницей. Сильно надрывается. Ее-то положение очень опасно. В каком положении? Папа, папа, я здесь. Я буду здесь, хорошо с тобой? Аллочка, дочка, как я рад тебя слышать и видеть. Ты сюда не ходи. А, нельзя. А миру привет передавай. Я обязательно. Нет. Ну все, все, здесь нельзя долго находиться. Да-да, да. Аллочка, я тебя люблю. Я вот что хотел спросить, Аллочка. Петр Николаевич как-то рассказал вашу историю про марки. Ведь это ты сама зашивала их ему за подкладку? Да, я. А ты бы могла узнать их? Ну, какую-нибудь, если бы тебе показали. Так, конечно. Они же у меня до сих пор перед глазами стоят. Я ведь каждую из них сама зашивала в мешочек. Посмотри. Они? Да, это они. Тихо. Тише. Откуда они у вас здесь?
Вот это я и пытаюсь выяснить. И запомни, ты ничего не знаешь. Хорошо. Ясно? Хорошо. Вот Талка, паразитка какая. Балаши про ребеночка сказала, а будущей свекрови ни-гу-гу. Хатенька, поздравляю, что ли? Подожди, Тамарочка. Дай в себя прийти. Кишишь, ходишь, а я думала, ты знаешь. Вот это новость. Вот жара обрадуется, а? Вот характер девчонки. Никому не сказала. Ой, а Амир-то не знает, наверное, знал бы. На фронт не пошел. С его-то бронью. Девочки, у нее такой токсикоз. Вот пирог и щуки хочет. Где сейчас щуку-то достать? Значит так, Пашка, мне людей лечить надо, а тут приходится с тобой в уголовный розыск играться. Давай, бать, выкладывай. Вот, например. Опять твои марки? Не мои. Мои по сравнению с этим фуфло. Вот это вот, например, 1200 стоит. Ого. И нашел я это богатство здесь, в больнице, в этом кабинете, вон за тем зеркалом. Ну так это надо государству отдать. Ну государству ты всегда успеешь отдать. А разобраться не хочешь? Бать, мне надо поймать человека, пусть следаки загадки разгадывают. Ну знаешь, ловить тоже с умом надо. Ладно, послушай одну историю. Бегал по театру дурачок-администратор. Всех ненавидел, зато собирал марки. Причем очень хорошую коллекцию собрал. Ну, конечно, не чета знаменитой коллекции режиссера Раевского, которую тот, уезжая из Москвы, оставил на черный день своему другу, писателю Корчевскому. Корчевский зашил ее за подкладку своего пиджака и поехал в Алмату. По дороге у него случился обморок, и он попал прямо сюда, ко мне, в больницу. Ну, про марки он забыл совершенно, а когда... Очухался. Марок-то и нет. Ну, сперли. Слушай дальше. Вдруг откуда-то у этого дурачка-администратора стали появляться интересные марки. И чем больше он их получал, тем больше в наркомат приходили жалобы на артистку Ансарову. При чем здесь Балжан Тлековна? Ладно. Потом. Мне действительно некогда. Ответь мне вот на что, мой проницательный сын. Вы там в своем подразделении точно уверены, что агент Абвера Эвгейс мужчина? Ну а кто же еще? Женщина, например. Умная, хитрая, коварная женщина. Здравствуйте. О, вот это экземплярчик. Щука? Так точно, щука. Ассаламу алейкум, Агай. Разрешите представиться, Дарибаев. А, ой, вы, наверное, ошиблись. Нет, не ошибся, я вот щуку принес. Корчевская Алина Петровна. А, ну тогда это там. Проходите. Нет, присаживайтесь. Но только мы пару минут послушаем радио, хорошо? Я эфиры жены никогда не пропускаю. Дорогие радиослушатели, вот и подходит к концу передача «Час бойца». Сегодня мы успели прочитать много писем, адресованных нашим землякам на фронте. И в самом конце позвольте... И мне обратиться к своему... Наш сын на фронте. Понимаю.
Дорогой наш сын Амир Касымов, сейчас мы слышали такие сильные, такие душевные слова матерей Казахстана, что я просто ничего не могу сказать лучше. Мы с отцом очень гордимся тобой и ждем домой с победой. Но я могу добавить только одно. У вас с Аллочкой будет малыш, который очень хочет увидеть своего отца живым и здоровым. До свидания. Что это было? Какой такой малыш? А, ну, наверное, ваш внук или внучка. Ага. А эту щуку передайте, пожалуйста, Алле. Это тот самый, кто нашел Аллу Петровну, когда она отстала от поезда. Хорошо. Долгожданная премьера, поздравляю. Не поворачивайтесь. Это вы? Я. Вам нравятся наши подарки? Да, очень. Их будет еще больше. Спасибо. Сегодня на премьере должно произойти важное событие, вы помните? Конечно. Надеюсь, у вас есть план, и он безупречен. Я расписал все по минутам, как вы просили. Хорошо. Сегодня вечером вас найдет один человек. Отдадите ему все бумаги. Пароль, давно ли вы собираете марки? Ответ, совсем недавно, я начинающий филателист. Повторите. Как давно вы собираете марки? Совсем недавно я начинающий филателист. Прекрасно. Хорошей премьеры. Вот, Андрей Васильевич, еще бинтов нарезали. О, отлично. Наверное, все постельное белье Балжана зарезали, да? Ей ничего не жалко. Понятно. Натуральный хлопок, отличное качество. Впитывать будет идеально. Несите на дезинфекцию. Хорошо. Да, Раечка, поправьте заодно зеркало. Висит криво, раздражает. Так нормально? Да, хорошо. Да, Рая, и еще, не оставляйте за ним ничего. Я вчера марлю оттуда выбросил. Бактерии разводятся. Я и не оставляю, Андрей Васильевич. Здравствуйте. О, опять милиция. Кого на этот раз ловим, товарищ Соловьев? Это мы сейчас выясним. У меня к вам несколько вопросов, Ренат. А у меня нет времени. Совсем не минуточки. У нас премьера на носу. Вот. Я прихожу домой, когда уже уходить надо. А поговорить все-таки придется. О, Господи. Скажите, как давно вы собираете марки? Повторить вопрос. Как давно вы собираете марки? Совсем недавно. Я начинающий филателист. Так это вы? Конечно, я. Вот не думал. То есть совсем не подумал бы. Ну надо же. Хорошо устроились. В милиции работаете. Что? Что значит устроился? Вы как со мной разговариваете? Да-да. Извините. Простите. Я начинающий филателист. Вот. Что? Покушение?
На члена совнаркома? Стоять! Стоять, вы арестованы! Аллочка, смотри, тебе не надо метаться по сцене. Движения должны быть скупые. Но каждый шаг, каждый поворот головы должен быть наполнен силой. Попробуешь? Лажан Тлековна, ну не получается у меня. Ну вот, ты деревянная я. Давай попробуем еще. Еще попробуем. Хорошо? Ренат, что случилось? Ренат, отпусти ее! Я не виноват! Паша! Отпусти ее! Я не виноват, меня заставили! Отпусти ее! Меня заставили, я не виноват! Вот не раздавай! Я не виноват! Меня заставили! Заставили! Это не я! Как ты, Казан? Сильно испугалась? Нет, не сильно. Я даже не успела испугаться. Все так быстро произошло. Потерпелась наша девочка. Угадай, что я тебе приготовила. Ой, как пахнет рыбой кадиша. Неужели? Пирог с щукой? Правда? Да. Раз ты нам приготовила сюрприз, и мы тоже. Я открываю двери, а там бравый капитан стоит. И щуку мне подает. Капитан? Ну, тот самый, который тебя на станции нашел и к нам в Алмату привез. Понятно. А как он про щуку-то узнал? Ну, здесь все понятно. Он, когда мы ехали со станции, я ему рассказывала, как мама нам пирог с щуки готовила. Надеюсь, мой пирог понравится. Ишь, я сейчас. Изумительно. Петина книга упала. Мы когда маму потеряли, дома были. Ее портрет также с полки упал. Папы больше нет. Вот мать. Сын-то у нас герой сыскного дела, а? Угу. Да ладно, бать. Поймал я диверсанта? Поймал. Предотвратил покушение на члена наркома. Предотвратил. Молодец, сынок. А ты не смейся. Нет, как он с первого раза пароль шпионский угадал. Да никак я не угадывал. Просто спросил, давно ли марки собирает. Это все-таки вот везет нашему Пашке, не то что мне. Вот просто спросил и сразу в точку. А я целую вечность эти задачи с марками решал. Ой, возился с ними. Батя, да тебе вообще отдельно спасибо, а? Да ладно. Да, завербованного я, конечно, поймал. Но теперь бы агента найти. Ну, вы там пока всем отделом отдохните, а хирург Соловьев пошевелит там мозгами немножко, а? Да хватит вам. Надо к Косымовым зайти, Аллу проведать. Загляну обязательно. Все-таки не везет девчонке. Мать в Москве похоронила. Отца здесь. Ох, как там Амир на фронте с его сердцем-то? Ох, когда же это кончится? А ты бы приглядывал за Аллой. Ведь все-таки невеста друга. Здравствуйте, Алла. Вы? Давно хотел заглянуть к вам, выразить соболезнования. Светлая память вашему папе. Спасибо. Но службу все некогда. Тогда на райке не помните? Не обижайтесь на меня. Преступника ловили, пулю ногу зацепило. Злой был, наговорил лишнего. Ничего, я забыла уже. Как вы сами? У нас в театре премьера. У меня главная роль. И спасибо вам за щуку. С трудом оторвал приятеля. Они на рынках спекулянтов ловили.
Может, иногда будем вот так встречаться, гулять? Вы от мысли грустных отвлечетесь. У меня муж на фронте. И работы много. Мне как-то не до гуляний. Извините. А можно мне на вашу премьеру прийти? Конечно. Покупайте билеты, приходите. До свидания. Эту сцену, Балжан, мы должны отснять самой первой. Именно в ней вы будете в короне. Надо бы примерить для начала корону. Бутафорский-то я носила, а вот настоящую. Обязательно примерим. Как раз сегодня хотел позвать вас к Жарасу. Корона у него в сейфе. А это не опасно держать дома? Опасно. Поэтому хочу скорее отснять ее и отправить в Ташкент. Туда музей эвакуировали. Правильно. Хорошо, договорились. Балжан Тлековна, я пойду. Я чайник поставила там, не забудьте. А, спасибо, Раечка. Спасибо. Ну что ж, давайте продолжим. Давайте, вот это. Берем корону и валим отсюда. Становится слишком опасно. Куда? Здесь хотя бы все налажено. Тогда мне придется менять работу, за мной следят. Снова искать жилье, прятаться. Хорошо. С короной все оказалось гораздо проще. Подробности в следующий раз. Об одном прошу. Забудь про эту девчонку. Сейчас любой шаг в сторону опасен. Берем корону и исчезаем. Ясно? Ясно. Знаете, Балжан, а я ведь роль татарской ханши заново переписал. Почему? С вами познакомился и переписал. Я не татарская ханша, я казахская артистка. Вы такая женщина, ради которой завоевывают государство. Ой, перестаньте. Что случилось, Балжан? Вы изменились в лице. Знакомая почтальонша. Она сразу не заходит в дом. Обычно стоит и курит, если приносит похоронку. Это же подъезд Касымовых. Но там ведь много квартир. Впрочем, какая разница? Здравствуйте. Что? Нет. Может, вы отнесете? Ваши друзья, у меня сердце не к черту. Вот сейчас мне страшно. Балжан, ну ты вообще забыла про нас? Боря, проходи, Боря. А, рад, очень рад. Хадиша, Алла и Дима. А, они пошли отоваривать карточки. Сейчас придут. А, ребята, что-то случилось? Мен жылауым керек шар жарас. Бірақ көз жасым таусылды. Нет, нет. Балжан? Боря, это ошибка, это нелепость. Жарас. Какая-то. Балжан?
Нет, Бахжанна, ты не можешь мне этого говорить. Бахжан, ты не имеешь... Твою ж Марусю-то, а? Как меня крутит до сих пор. Осторожно, Андрюш. Тошнит? Черт его знает. Глаза вроде сегодня получше. И все-таки, что за дрянь эта тварь мне подсунула, а? Всю неделю голова дурная, мутит, крутит всего. Может, походим немножко? У меня там полон госпиталь раненых, а мне тут по квартире ходить. Скажи спасибо, что не ослеп. Отравитель твой на Никольском дурь эту брал. Там бабка карга стоит, мухоморами торгует. И не только мухоморами. Я и немецкие кока-шоколадки у нее видел, амфетамин. Слушай, Том, а ведь отравитель-то не из докторов будет. Дилетант. А ты сегодня юрчее ходишь. Слушай, может, до больницы дойдем, а? Ой, лежи! Куда тебе? Я сегодня поеду Балаше прическу делать. Она у наших москвичей в кино снимается. А ты полежи, подумай. Да Паше расскажи, кто и за что тебя убить хочет? Бахжан, пожалуйста, не говори мне. Я не выдержу. Раз, дорогой. Вверх! А чего стоите? Садитесь сейчас. Алиша придет. Садитесь, садитесь. Мы чай будем пить. У нас гости, а мы гуляем. Здравствуйте. Да, мы немного загулялись. Что-то случилось? Кар жамылган, кең дала, қанға бүгіп, күрүл дейді сұраспан, өлім түгіп, жас қазақ жатты көзі от жайна. Сол бетінде шам кетті, ол тұрмады. Сен жаныма кел,